за парком, кто-то явно невидимо с этого момента начинает отдаться в части игры PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. Перед нам может случиться, и как я думаю, что это просто сильный ветер, чуть ли не убивает ведь, ведь скоро должен начаться тот самый ураган. А как помните, молния в начале PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS стекала на это. Так что погодка в Рейвенбрук будет неприятна. Она может найти причину таких непонятных погодных. Напомню вам, ребят, что рекорд сам себя не поставил, и ваш лайк поможет этому видео достичь этой цели. Так что не стесняйтесь, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны, нажимайте колокольчик, и только с колокольчиком вы можете получать все включения с моего канала. Так что, я очень старался и вашим текстом будет сильно отличаться. Тебе придется все выясняется, и можно удобно все расставить. Нет, перед третьим, не рад, выше, чем наконец-то, не реанонсируем. А это будет сделано, когда я не советую, как и покупайте, но нужно уйти в технике, точки которых можно было зайти. Но мне этого хотелось, чтобы я направлял на своем канале, всех ведет себя подозрительно и также похищает людей, которые пожаловали ему на пару. Все верно. Со всеми нами люди. Да и все, что окружает города, это тоже одни вещи в обстоятельствах. Мы не знаем ни мотивации его действий, ни личности, свергающихся под маской. И все там ничего. Как бы то ни было, я все еще считаю, что это лучше. Личность ворона все еще является им соседом. Потому что если начинать думать, кто может быть под маской и поставлять всем нам уже известных персонажей, то все это будет второй лучше всех остальных. Да и мотивацию мы за вами не забыли приключить в соседа. Можете глянуть на мою карту. Я все еще максимально отказываюсь верить, что под маской ворона будет прочь.
соседа, ведь, как нам известно, она умерла, и очень сильно. На порядке мы не я обидел на те вопросы, которые вас задали. Также некоторые писали в комментарии свои вопросы, которые вам самые интересные. Мы разберем в будущем. Прямо сейчас нажмите на колокольчик. Если до сих пор не нажали, чтобы быть в курсе, вы можете на моем канале с самыми первыми. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Все никак не дает спокойно спать. В виде голове появляются все новые мысли о том, что происходит в игре ПЛГ. Все ваши нынешние представления о соседе и о игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. Поэтому присаживайтесь поудобнее, настало время рассказать вам, что на самом деле происходит в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS и что нас будет ждать в PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS. Прошлая теория набрала уже 6000 лайков. Хочу выразить вам огромную благодарность, но в то же время я знаю, что вы можете лучше. Поэтому давайте побьем рекорд прошлого видео и наберем еще больше лайков. Даю вам ровно 5 секунд, чтобы успели нажать лайк. Неудачник, которому очень сильно не повезло в жизни, имея при себе
все. О чем мог мечтать любой житель городка под названием Прозревущий? Он сумел все потерять в один миг. Любящая семья, жена, дочь и сын, работа, хороший цвет, талант порядочного на себя. Все это исчезло в один миг, как по щелчку пальцами. Жена разбилась в автокатастрофе, дочь разбилась у папы выше дома. Сын сбежал от излишней опеки и защиты отца. Долг, мечту, работы тоже больше нет. Наш сосед потерял все за одно мгновение, и все, что многие испытывают к соседу, это жалость. Ведь он, бедняга, потерял все. Что бы вы сделали, оказавшись на его месте? Но есть и другая сторона. После всех этих стечений событий он начал похищать их. Детей, которые сували нос в его дела, которые знали, что он прячет в подвале своего сына. В действительности, в частности я, испытываю к соседу боязнь и чувство. Да, мне жаль его, но может не стоило идти на такой отчаянный шаг. Просто стоило признаться, что его сын убил его дочь, хоть и специально. И это всего-навсего несчастный случай. По факту, сам сын хотел не хотел, чтобы так вышло. Но вот он, но он не виновен. И, возможно, суд и полиция бы искательно отнеслась к делу. Этого, к сожалению, ну, никогда не было. Самый главный вопрос, который меня возникает в данный момент. Это что же произошло в тот самый день, когда Нидров покинул дом соседа и вернулся домой. Игра от нас это тщательно скрывает, лишь оставляя мелкие намеки на произошедшее. Как я считаю, что в момент, когда мы выбрались из подвала, вместе с нами также и выбрался из своего соседа. И именно он поджег дом, чтобы отец никогда больше не смог никого не перелезть. Куда он направился потом? Как я считаю, что сын приехал в тот самый город на подорожку, местного охота. Но приехавший на место преступления и пошла к полицейские, никого не на место происшествия. Что это значит лишь одно? Сосед приехал. И ответы на вопрос, где же теперь находится сосед, будет аттракцион. Да, именно так. Сосед теперь ночует и скрывается в парке аттракционов. И чтобы его не узнали, он решил просто открыть свои лицо под маской. Все верно, под маской ворона. Вот маньяк и есть сосед. Но за кого играем мы? Приехал у Гресмана без фото все-таки взглянул. Кто же этот персонаж, которым мы управляем? И когда я впервые увидел, у меня просто не было слов. Кто это? Почему это не один из старых персонажей игр? Как я знаю, игра изначально позиционировалась как отдельный проект, не связанный с головой посла. Но, видимо, разработчики не увидели в этом дальнейшего смысла. И перестали разрабатывать его. И только сейчас у нас появилась возможность ему снять проект. Но почему-то сейчас постоянно преследуют этого проекта. Что ему нужно от него? И проще, чем в Волкове. Как вы думаете, человек в классе, который вместе чем всех этих клонов, начинает играть? Глаз, первый лик. Размякнуть. А сейчас найти его все-таки лицо. Что такое маяк? Пойти в реальную жизнь, чтобы для того, чтобы корабля подключиться, было проще ориентироваться, где они находятся. Проще говоря,
Но кто же мог потеряться в этой вот досе? Вы те сами, наверное,